лекарственные препараты для населения, проживающего в районах возможного радиоактивного загрязнения, для взрослого населения. Для самостоятельной профилактики или снижения тяжести радиационных поражений в мирное и военное время применяются таблетки калия-йодида 125 мг, таблетки калий-железа гексоцианоферата 500 мг, таблетки ондансентрона 4 мг. Лекарственные препараты применяются только по назначению медицинских работников и при получении информационных сообщений, передаваемых органами ГО и ЧС. Приобретите и храните указанные лекарственные препараты.